в гостях у нас очень интересный человек, мой гость, тот человек, который тоже снял у меня дом через мою помощь, это Юрий. Ну, вот, когда я в этот раз ехал, значит, один по Индии, а потом в Гоа приезжает семья. Если приезжает семья, я должен быть на 100% уверен, что будет жилье, чтобы мне не бегать там, не искать уже, когда по приезду. И поэтому я всегда бронирую на сайте Александра Махараджа вот эти дома, квартиры. И цены я всегда сравниваю. Допустим, захожу в Booking, смотрю, какие цены на Booking. Захожу на сайт Александра, сравниваю цены. Ну, просто в Booking не найти таких цен, реально. Допустим, если в Booking заходите, 3500 стоит, это вот на берегу дома, такой домик, скажем, из тростника. Вот отель стоит у нас, 7000 стоит он. Вот мы снимаем сейчас двухэтажный дом с тремя комнатами, два душа, кухня, прихожая, выход, балконы. Это все стоит $60, 3600 рублей дом. То есть три спальни, кухня, гостиная, два санузла, балкон с видом на океан. Все это вместе стоит столько же, сколько один бамбуковый шалаш. Да, да, реально, да, вот реально. Можете просто зайти и проверить в интернете. Я искал, ну нереально, допустим, даже взять, если отель, все равно отель это коридор, это где-то тут отдельный дом, мы живем вообще, ну как можно сказать, отдельный дом свой и занимаемся сами, все, что готовим, все мы сами делаем, все, выбираем все, где хотим. Отель это отель, все равно это коридор, это там люди прошли, тут люди прошли. И еще немаловажно, когда я летел первый раз в Гоа, я искал, как безопасно путешествовать, потому что когда ты выходишь в незнакомой стране, первый раз летишь, ты все равно растеряешься, куда идти. Я вот нашел сайт Александра Махараджа, и через него уже начал искать способы попасть в отель. И, во-первых, когда ты приезжаешь, тебя встречают, это немаловажно первый раз, потому что ты даже ничего не знаешь, как поехать, тебя встретили, поменяли в аэропорту деньги, привезли в отель, заселили, все, у тебя нет проблем. А тем более, если ты едешь с семьей, нужна стопроцентная гарантия, что ты не получится так, что вы начали в разных домах жить, еще что-то бегать, искать, потом тут занято, там надо будет переселяться, сюда бегать. Ты уже знаешь точно, что ты приехал 20 числа, у тебя будет жилье до такого-то числа. Вот такое, как на сайте, посмотрел, сколько метров от океана, все точно. То есть это важно подчеркнуть, что все, что было заявлено, все фотографии соответствовали, да, дому, расстояние, описание, все соответствовало. Да, 100%.